Откуда здесь Вулли? Его не было. Ой-ой-ой, все, ей начали сниться кошмары. Блин, да это реклама Влада бумаги, в смысле? Вот, он прям идеально подходит тебе. Забирай медведя. Привет! Мы продолжаем проходить вторую часть Аманды. И в прошлой серии, как вы написали в комментариях, все так и должно быть в игре. Игра не началась сначала, это реально продолжение, и многое в игре будет меняться. В общем, сегодня мы с вами все увидим, а сейчас ставьте лайки и, конечно же, погнали. Это Кнопфноплы, а я Golden Freddy, начинаем! То есть, получается, игра все-таки сохранилась после того скримера, когда я принес неправильную игрушку. Короче, нужно принести вот эту игрушку, но она, проблема в том, что находится за стеклом, еще и с кассетой в руках. Поэтому тут уж надо будет подумать. Ладно, снова открываем наш кейс. Чё не так? А, подожди, 5013, запутался. Так вот, открываем наш кейс и, естественно, что мы сейчас делаем? Вставляем кассету, и сразу же появляется, ну и должна появиться копилка, мы ее решаем, и что-то происходит, я надеюсь. Так, тихо, копилка. А где она? Не понял. Это не та кассета? А копилка-то где? Алло? Или нам нафиг не нужна копилка? Я что-то запутался. Ладно, пофиг, разберемся. Ну типа. Мне кажется, все равно будет слишком темно. Может, вам что-то другое? Она не хочет шторы открывать, ребят, что за прикол? Ты уверен? Мы же уже так делали. Она помнит прошлый раз. Ладно, если тебе этот скучный выбор покажется интересным, мы это сделаем. Я тебе сказал, выбери шторы. Появилась свинина! Отлично. Ты там уже... Ты нам нужна, да? Так, все, тихо. Двушечка. Открываем. Так, подожди. Вот, значит, откроет. Монетки соберет. Я лучше подожду, потому что мало ли там что-то сбросится. Я просто забыл, как собирать. Давай считать. А ты можешь сразу 5 засчитать в копилку? Как? Я сейчас... Или... Как это... Почему? Так, вот сейчас он заберет монетки. Сейчас продаем петух. Подожди, оно не должно быть так. Подожди, почему 5? Почему 5? Должно быть 3. 8. Сейчас будет 9. Реально? Подожди, стоп. Она сейчас достанет из кармана. Да. Тихо, спокойно, сейчас подожди. У меня 9 монет. А если перебор будет, это будет плохо или хорошо? Я не понимаю. Так, все, минус монета, правильно я понимаю? Все, идеально. Вот, а сейчас будет не 10. Будет не 10. Я не буду это мотать. Так, подожди, у меня что-то было... Я проиграл? То есть я собрал больше, блин, чем надо. Класс. Короче, понятно. Я все испортил. А, откуда здесь Вулли? Его не было. Его не было. Как? Привет, Аманда. Что делаешь? Я планирую отправиться в путешествие. Вау. Это весело, когда ты притворяешься, что путешествуешь. Притворяешься. А.
катайся. Аманда, это не смешно. Отправили в путешествие бомжа. Да, я понял. Я лоханулся, потому что надо было все делать по старой схеме. Короче, смотри. Перематываем. Да пофиг, включай свет уже, ё-моё. Так, смотри. Выбираем, получается, сейчас вот это. Открываем копилку. Получается, потом мы убираем копилку. Да почему ноль-то? Я ничего не понимаю, почему ноль? Wow, да ты изди... Да дура, нет. Там уже должно в минус уйти. Минус три! Дура! Как вытащить кассету? Походу, что-то забаговалось. Я не знаю, реально, как будто какие-то баги. Ну, это бред. Но это баг. Так, убери крысу, убери крысу, убери. Так, хорошо, смотри, еще раз. Еще раз, ставим свинью. Берем кассету, запускаем. Что, блин, не так? Опа, подожди, что? Мне написал отец. Отец! Я люблю мечтать. Да подожди, я понял. Открой что? Да ладно, пофиг, включай лампу. Так, еще раз, смотри. Вот сейчас выбираем. Мотаем. Вот теперь открываем, окей. Может сейчас не мотать, типа? Хорошо, я сейчас не буду мотать этот момент. Смотри, давай посмотрим его. Типа, она сейчас возьмет монетки, их будет 5. Потом она заберет 2, их станет 3, правильно я понимаю? Let's count them together. Вот давай, считай. Чтоб я уже не лоханулся. Ну. Их 5, окей. Вот. Звук был. Забирай 2, они мне не нужны. Забирай. Блин, я просто надо 10 монет собрать, в чем проблема? Проблем нет. На ровном месте проблема находится какая-то. Либо игра сломана опять, либо не знаю, но все, все. Так, теперь смотри, 3 монеты, убираем. Да-да-да, next place это вот это. Вот, смотри, теперь, чтобы нам получить 3 монеты, нам нужно сломать. Сюда иди. Петуха. Ага. Потом нажать сюда. Потом нажать сюда. Подождать. Это очень важно. Теперь нажать сюда. И, в принципе, вот она, наша вторая кассета, как бы. Все. Наконец-то. Короче, рофл-то в чем? В том, что надо дождаться. Когда закончится видео, и только тогда оно будет работать. Все. Стоп! Чуть не лоханулся сейчас! У-у-у. И еще бы вот сейчас секунда. Секунда промедления, и все, я бы лоханулся. У меня было сейчас не 10 монет, а минус 4. 6 осталось бы. Капец, опасный. Опасный момент сейчас был, опасный момент. Так, опять вули. Ну а сейчас это должно засчитаться. Hi, Amanda. What you doing? I... Ну, короче, начал появляться вули теперь в старых кассетах. Это очень странно. Подожди, а нам обезьян тоже надо будет делать по новой? Подожди, сейчас, по-моему, будет другая кассета с этим. Короче, непонятно. Ладно, разберемся. Я не помню, какая кассета будет после этой. Сейчас она выйдет из копилки, кстати. Есть. Вот, все, сработало. Дайте кассету. Good night. А это было уже? Опять good night. Так все то же самое, что ли? Я что-то вообще не вдупляюсь. Friends, так подожди, я помню. Крестик, нолик, крестик. Подожди, нолик. Да куда? Не сюда, уйди.
Смотри. Крестик, нолик, крестик, нолик. Так, что ли? Подожди, там было внизу нолик, крестик. Видишь, я же говорю, я помню. Так я сейчас старую кассету, да в чем проблема? Подожди, а нафиг мне сорить старую кассету, если я могу все сделать. Стоп. Здесь было вот так. Вот так. Так а чё? А чё? Я не понимаю. В этом нет смысла. Опять обезьяны. А после обезьян меня убили. Я тогда вообще ничего сейчас не понимаю. Так, может в кассетах надо что-то... Ладно, давай посмотрим на перемоточки. Так, да пофиг, 4. Ага. Блин, ну опять все эти игрушки сейчас... Ладно, можно перемоточки, подожди. Но перемотка работает, то есть мы эти кассеты уже видели. Это логика, да? Так, все, иди жопу мой. Подожди. С! Да короче, надоело. Ты надоела мне? Ой, полотенчик, да. Лавандовый, да. Да вот сюда загляни ты. Это я уже сделал. Крысу убей. Ну хоть другую анимацию посмотрели. Все. Так, теперь спокойно. А я тебе не принесу ночник, понятно? Давайте со смайликом футболку. С. Это звучит очень страшно, согласен. Я не принесу тебе ночник. Спи без ночника. Долли, ты еще здесь, ты наблюдаешь? А, да, наблюдает. Ладно, спокойной ночи. Ой-ой-ой, опять мистер Крыс. А? Может, так надо было сделать? Типа, я не принес ей ночник. Ой-ой-ой, все, ей начали сниться кошмары. Причем какие-то очень криповые. Очень криповые кошмары начали ей сниться. Ой-ой-ой-ой. Трэш. Ты чё так орёшь на меня, женщина? Я чуть не обосрался сам. Так, кассета где новая? Вот это новая кассета. Да, терпеть. Опять обезьяны. Стоп. Опять обезьяны. Хана тебе. Подожди, она опять обезьяна, да? Я... Допустим, на обезьян-то мы решали уже. Я что-то просто, ну, не вдупляю. Должно же быть что-то другое, нет? Я не вижу, что был здесь. Так, ну, я был лучший друг. Это мы видели все. Так, спокойно. Сейчас нам нужно свет врубить. Но это легко. А можно свет? А можно свет? Баран, не выпендривай, сейчас тебя бить будут. Patience is a very good quality to have. Okay. It means staying calm, even when something or someone bothers you over and over again. Ой-ой-ой. Ну давай! Today we are building a birdhouse. Наконец. So more birds will come to the yard. Why are we out here before the sun is up? Опа! It's so dark outside. Наконец-то, на. Дарк тебе, говно. Закрыл глаза. Хорош. Так, ну это можно мотать теперь. Мотать почти в самый конец, так, отстань. Значит, берем пилу. Мотаем. Берем говно. Мотаем. Берем синюю краску. Мотаем. Берем кисточку. И, по-моему, не мотаем. Да, вот сейчас не мотаем. Сейчас бы я перемотал, лоханулся. Так, нападение злого опоссума. Не-не-не, Аманда, сейчас ты краски хлебнешь чуть-чуть, и тогда нормально будет. Так, опоссум, быстрее давай, опоссум, работай быстрее лапками с вами, давай, бери ведро и поливай бомжей. Красавчик. Так, это получается сюда. Так, сейчас не мотаем, сейчас следующая сцена сразу будет.
Главное, не лохануться. Come on, Amanda. How about a little patience? Тебя сейчас убьют, слышишь? Let's get cleaned up and paint this birdhouse. Wow, that looks great. Ну вот синий домик, нормально. Now we just need to be patient while we wait for some birds to show up and use the house. Так, сейчас самый главный момент. Надо дождаться момента, когда он скажет тихо, мирно. Вот. Так. Вам хана. Радио на всю. Neither are we. Happy President's Day from KN97. Все. Так. Ну давай быстрее до своей пасферации там среди. Мне должен дать кассету сейчас. Так, поехали. Ну что, мотаем это говно? А, выбираем птичек в этот раз. Блин, бедные котики, ну их жалко теперь. Они остались голодные. Да уж, Вулли, классная идея предупредить птиц. Да я не хотел. И теперь в доме для птиц никто не живет. И остались голодные все котятки. Но это займет много терпения. Не говори этого. Терпение. Короче, Вули не доживет долго, по-моему. Обезьяны? Дайте кассету, спасибо. Но это же опять копать клад. В чем проблема? Я не понимаю. Ну, допустим, ну север сразу. Ну, сразу копаем. Ну, давай, ладно, помогаем ей. Крыса сдохла. Да не за что. Всегда рад помочь. Ой, она реально сдохла. Блин. Этот чувак, сердечного приступа меня допугал. Надеюсь, он вернется. Так, давай копать, давай копать, давай, 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 копаем. Быстрее. А чё я не могу это перемотать? Ну, в этот момент я не могу перемотать, это очень странно. Я не могу даже выключить, смотрите, у меня написано impossible. Офигеть. Странная фигня. Так, я опять сдохну сейчас, я не понимаю ничего. Аманда? Ага. A little help here? Тебя никто не спасет. Are you still up there? Так, сейчас будет то же самое, да? Actually, you know what? Что такое? I'm not done treasure hunting. I really thought we'd find something special, and you didn't help me at all. Там, в смысле, я тебе не помогал, я тут все копал, блин. Давай, вылазь из телека. Конечно, 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 да. Вот, копилка свинячая, ну что, ой, нифига, у нее лапы. Не ори. Попробуем достать ей барашка. А вообще, а чё, подожди, вот, мне сказали, принтер подсказки дает, ну-ка. Блин, да это реклама Влада бумаги, в смысле? Там просто выпал лист А4, какая нафиг подсказка? Бумага мне не поможет. Так, вот, ты мне нужен. Как тебя? У него даже кассеты нет, кстати. Да, мне он нужен. Я что-то не догоняю вообще. Но я не могу его достать. Он за стеклом. Вариантов нет. Класс, почитали книжку. Сделали передышку. Ну тут тупо три игрушки. Вот, корова еще есть. Давай медведя отдадим. На, поганого медведя. Вот, он прям идеально подходит тебе. Забирай медведя. Смотри, какой классный. Розовенький такой, пушистенький. Хорошо, хоть не желтый. А то меня съела.
Не, я бы. Да она ему башку оторвала! Капец! Все по новой, серьезно, все по новой. Вы серьезно, вот сейчас серьезно, нет? Если это серьезно, все по новой. И ничего не. Да вы гоните. Да я не верю в это, ну в смысле, я что опять не так-то сделал? Вы сказали, так и должно быть. Да опять все по новой! Да в смысле? Я. Подождите, может там что-то надо было все-таки сделать? Может, все-таки что-то надо было сделать, потому что это ненормально, что игра все время по-новому начинается. Это бред какой-то. Хорошо, ладно. 5. 0, 1, 3. Я не согласен с этим. Мне кажется, игра надо мной издевается, потому что, ну, не должно начинаться все по-новой, если я нажимаю продолжить. Это же тупо. Засунь. Чего? Стоп, там новая... Это новая кассета? Или та же самая? Я запутался. Это та же самая, да? Так. Так. Да это та же самая! Ты задал... Бала уже меня! Я ничего не понимаю! Я в афиге, если честно, ребят. Подожди, ну и что? Подожди, может Кейт написать? Кстати. Я бы хотел ее увидеть. Я нифига не понял. Чего? Походу, так и должно быть. Вот этого точно не было. Загадка с паровозиком? Нет, ну тогда, тогда, раз уж такие пироги, мы продолжим с вами в следующей серии. Походу, разработчики так и задумывали, что в каждом финале на тебя будет нападать Аманда, и ты будешь начинать заново, но с новыми загадками и с новыми приколами. В общем-то, это довольно интересная концепция, мне очень нравится, но каждый раз начиная сначала, это кажется очень странным. В общем-то, увидимся в следующей серии, ставьте свои лайки, всем удачи и всем пока!